Жители Казахстана в социальных сетях активно делятся происходящим. В ряде регионов нашей республики разбушевалась непогода. Под натиском сильного ветра не устоял даже самолет. Из-за сильного ветра и метели закрыто движение по многим направлениям. Водители и пассажиры вынуждены часами стоять в огромных пробках. За минувшие сутки силами УЧС и полицейских были спасены десятки человек. В ходе мероприятия спасательными подразделениями города Темиртау в автодорогах Караганда-Темиртау-Нур-Султан было спасено 88 человек, из них 19 детей. В связи с этим управление по ЧС города Темиртау просит горожан, жителей не покидать населенные пункты, не игнорировать предупреждения с погодными условиями, когда они получают. И также напоминаем, что при выезде на любую дорогу, да, при себе иметь документы. Это, соответственно, теплые вещи, полный бак бензина. Когда возобновится движение, пока неизвестно. По данным синоптиков, уже в ближайшее время ожидается улучшение погодных условий. На смену циклону, который господствует сейчас по северу Карагандинской области, придет антициклон. В ближайшие три дня город Темиртау будет находиться под влиянием юго-западной периферии антициклона. Ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный и южный 5-10 метров в секунду. 31 марта температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 2-4 тепла. 1 апреля температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 4-6 тепла. 2 апреля также температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 6-8 тепла. Сергей Баданин, Жахангир Куланышбаев. Новости Темиртау.